До Нового года остаются считанные дни. В Нью-Йорке готовят знаменитый шар времени на Таймс-сквер. Каждый год 31 декабря, когда до полуночи остается несколько секунд, его спускают с 23-метровой высоты по специальному флагштоку. Когда он достигает нижней точки, наступает Новый год. Оформление шара меняется ежегодно. В этот раз из его 2688 кристаллических панелей заменяют 192. Они символизируют тему 2023 года – «Дар любви». После пандемии мы в этом нуждаемся. Последние два года были очень тяжелыми. Теперь мы на другой, лучшей стороне, и мы окружаем себя любовью. С 2020 года посмотреть на спуск шара вживую было крайне сложно, поскольку действовали коронавирусные меры. Однако в этом году, впервые с начала пандемии, никаких ограничений не будет. Примечательно, что в 2023-м шар отметит своеобразный юбилей. Вот уже 10 лет его украшают пластинами из новой кристальной коллекции. В этот раз, помимо новых, на шаре будут фрагменты и треугольников из прошлых лет. Например, в 2022 году тема была «Дар мудрости». Ирландские мастера из Уотерфорда каждый год изготавливают эти кристаллы вручную. Для темы этого года на обеих сторонах кристалла вырезаны переплетающиеся сердца, образующие цветок. Только представьте, через пару дней этот шар в Уотерфорде опустится, и это увидит более 1 200 000 000 человек по всему миру. Диаметр современного шара составляет 3,6 метра, а весит он больше 5 тонн.